Друзья, всем привет! Толокно имеет высокую биологическую ценность. За считанные минуты можно приготовить маску для лица. Смешайте столовую ложку пюре и столовую ложку льна. Получается очень густая масса, которую нужно развести кефиром до нужной консистенции. Наносится такая маска на лицо и шею. Вот примерно такой консистенции у меня получается маска. Оставляю на лице на 15 минут. Затем смываю теплой, а затем прохладной водой. Маску очень легко наносить, ничего не стекает. С помощью толокна можно очистить, разгладить, обогатить кожу необходимыми питательными веществами, улучшить цвет лица и оздоровить кожу. Эта питательная маска, она имеет очень приятный запах и подойдет не только для лица, но и для декольте и кожи рук. Толокно имеет высокую биологическую ценность. За считанные минуты можно приготовить завтрак, пока делаете маску. А вы знали о том, что 1 чайная ложка толокна по своим питательным свойствам равна 5 стаканам каш быстрого приготовления? Каши быстрого приготовления пустышки и привлекают людей красивыми упаковками. Толокно – исконно русский продукт, есть поговорка «замеси, да и в рот неси». Это значит, что толокно – уже готовый продукт к употреблению. В состав толокна входит чрезвычайно полезное для здоровья жироподобное вещество лецитин, а также витамины, макро- и микроэлементы, как калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо, марганец.